Я не знаю, он выглядит как жаба, блядь. То есть, как вам объяснить? Абсолютно всем. Движениями, блядь, лицом. Вообще всем. Похож на жабу очень сильно. И я не знаю, я очень сильно кринжанул с того, что когда мы ехали на электричке туда, мы просто хуярим по вагонам, и я смотрю на людей. Бля, я не знаю, в электричке как будто собирают. Я говорю, как будто тут в Симсе рандомного персонажа создают. Вот просто можно в Симсе самому создать мужика, а можно на кнопку рандома нажимать. И такое ощущение будто...